Виновник тройного ДТП скрылся с места происшествия в Алматы. Крупная авария произошла на Кульджинском тракте. По трассе двигался автомобиль марки BMW M5. Он не справился с управлением, и авто отбросило на обочину. На этом водитель мог бы отделаться легким испугом, но лихач неожиданно решает продолжить движение. Выехав на трассу, водитель совершает наезд на автомобиль марки Lexus. Последний от удара опрокидывается, а виновника ДТП отбрасывает на полосу встречного движения. Там он врезается в следовавший Porsche Cayenne, который, в свою очередь, задевает «Газель». В результате стольких столкновений BMW загорелся. Тушить его принялись проезжающие мимо водители. А виновник аварии решил воспользоваться ситуацией и спешно покинул место аварии пешком. Полицейские проводят досудебное расследование. Его результаты покажут, находился ли лихач в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали два человека, они обратились в больницы. Данное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств имело место накануне в 22 часа в Турксибском районе города Алматы по Кульджинскому тракту. Факт ДТП расследуется сотрудниками управления полиции Турксибского района.